Всем привет! С вами Азбука от Семантики, и я расскажу вам, что такое дропнутый домен. Ну, дропнутый домен – это такое устойчивое выражение, которое характеризует домен, который был выкуплен после того, как прекратил свое существование. Вот так вот можно сказать. То есть, вот есть какой-то домен. Вот он жил и жил, на нем был какой-то контент, какое-то что-то еще такое было. Ну, какая-то тематика была присвоена, допустим, там пластиковые окна. А потом владелец про него забыл, про этот сайт. Он его не продлил, этот домен. Он прекратил свое существование. То есть хостинг прекратил поддерживать данный домен по данному адресу. Он освободился, то есть стал освобожденным, выставился повторно на продажу. Его кто-то купил для каких-то целей и восстановил там информацию, которая была. Дропнутые домены используются для того, чтобы получить ссылки с доменов, которые были и существовали в той тематике, в которой продвигается сайт. То есть такая схема. Найти домен, который был в тематике и уже закончил свое существование, ну, то есть его кто-то не продлил, восстановить его и получить ссылку на свой продвигаемый ресурс. Ну да, так, это очень такая достаточно интересная схема работы, потому что ссылка признается тематичной, а история домена, она сохраняется. И главное, что там было, ну, главное, чтобы там не было никакой плохой истории. История домена сохраняется, тематичность ссылки, и получается, что на вас ссылается такой же тематичный домен, который не продавал ссылок, и хоп, появляется на вас ссылка. Ваш сайт может увеличить ранжирование, характеристики какие-то в своем ссылочном ранжировании. Вот, для этого используется дробный домен. Есть база, есть большое, много сервисов, которые ищут домены, которые продают, которые восстанавливают. Ну, очень много сервисов, мы их приводим все в свои статьи, я их сейчас перечислять не буду. Это можно, допустим, частично эту работу автоматизировать, для того, чтобы она не занимала много времени. Вот, для этого используются сервисы. Ну и как советуют, после того, как вы нашли, ну, просто глазами проверить, нормальный домен, ненормальный, и его потом пускать в работу. Вот это и есть такой домен. Используется он, повторюсь, преимущественно для того, чтобы построить ссылку на свой продвигаемый ресурс. А на сегодня все. С вами была Азбука от Семантики. Напоминаю, что все видео доступны в текстовом формате у нас в блоге на сайте, ссылка ниже. С вами была Азбука от Семантики. Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь.